Що ж, ми продовжуємо. У нас тоді вже наступні гості. Я представила лише одного. Артем Свистун, художник, керівник міського молодіжного театру «Стопіте». Артем, представь, будь ласка, людей, які ти також сьогодні прийшов. Ми прийшли в велику компанію артистів, да, от глава мафії нашої, да, от як би Коломбо Білої Гетри, Андрій Чебурахов, да, по совместительству, или в главной роли. Ну, и Евгений Блюменфельд, и Юрий Шойко, это главные герои нашего спектакля. Джо и Джерри, да, вот я их всегда путаю, но тем не менее, очень яркие комедийные в жизни и на сцене, и в работе. Ребята, которые исполняют главные роли в нашем спектакле, в джазе, не только девушки. Отлично, я думаю, что телезрители уже очень сильно захотели туда пойти. Ребята, к вам вопрос, легко ли было или сложно сыграть? Юрий, отвечает все-таки. Ну, смотря какую роль. Допустим, моя роль досталась тяжело. Что было самое тяжелое? Каблуки? Ну, это такое дело, это все можно. Вот я первый раз такой вообще мужчина слышу. Это можно тренировать, как бы. Тяжело было с парня в девушку. Манеры, как бы, нужно, чтобы это гармонично выглядело. Стрелка ровная? А еще как? До встречи, девочки. Пока, душечка. Стой! Стой, Дафна. Мы играли не в тех оркестрах. Ты видел? Ты видел формы ее ликерной бутылки? Так, забудь. Если вдруг нас поймают, то тут же раскроют. А потом будут гангстеры, Чикаго, полиция. И я вообще не знаю, что там еще может быть. Виктор Леонидович Мозговой, он режиссер-постановщик этого спектакля. Мы с ним вот собрались прошлым летом, говорим, а давай что-то такое этакое, да, комедийное. Ну, театр «Стук» всегда ставил авторские постановки работы, а здесь вот решили комедию в джазе «Не только девушки». Вот. Ну, Юру мы сразу нашли, потому что это была его роль, и он у нас изюминка выступает в конце этого спектакля. Вот. Ну, а Евгения мы как по старой доброй дружбе, и говорю, Женя, вот есть такая идея, вот не хотел бы ли ты вернуться в театр «Стук» и сыграть одну из главных героев? Да. Ну, он... Попробовать. Да, но он больше у нас герой-любовник, как бы и душечка, которую у нас Александра Калечко, она играет, вот они в тандеме, и действительно это очень сложная вещь, и мы ездили в Одессу, смотрели спектакль Одесского академического украинского театра. Мы посмотрели, как работают профессионалы, ребята, конечно, не хотели смотреть и даже не пытались смотреть фильм, потому что у всех сразу ассоциация с участием ведущих голливудских артистов. И так получилось, что это нашли свою изюминку, себя, и показали для николаевского зрителя. Премьера у нас состоялась на Международный день джаза 30 мая, а потом мы показали на Южных Масках, показали в Очакове на фестивале, получили гран-при и сделали вот осенью такую небольшую гастроль по Николаевской области. Вот мы были в Новом Буге, собираемся в Первомайск, чтобы показать вот такую хорошую студенческую интересную музыкальную комедию, где будут участвовать наши ребята-студенты для студентов. Вот такая как бы акция. Скажите, грим сложно ли наносить? Вот сам грим для Для ну, здесь нету сложных гримов, но тем не менее, Юр, поделись, вот наносите косметику, когда в течение нескольких секунд молниеносно нужно перейти из одного образа в другой, и вот Женя у нас, когда он переодевает парик, он в женском образе, потом он опять в мужском образе, ну, вот у нас есть помощники, девочки, которые за кулисами, ну, я думаю, ребят скажут, как он. Ну, оно все приходит с опытом, как бы, по первым разам там еще, ну, конечно, сложно, то есть так, не переборщил ли я здесь, ну, опыта же нет, вот, не переборщил ли я здесь, а может быть, тут чего-нибудь накидать. А потом уже втягиваешься, и оно нормально, уже руки делают сами автоматом. Послушай меня, ни сластей, ни бостонского пирога с кремом, мы на диете! У нас тема сегодня мафия, я хочу обратиться к главному мафиози, в данном случае, вот сейчас. Как роль далась? Как вам сказать, сначала, когда читал сценарий... Тяжеловато, потому что я добрый человек сам по себе, а вот приказать вот этим людям... А мафия, они всегда так говорят, главы вот этих всех кланов, они так и говорят, я такой добрый. Первое время тяжеловато, конечно, я на них кричу, они такие, что делать? Я тоже не знаю, что делать, думаю, извините, пожалуйста. Потом и в процессе репетиции все приходит, уже как бы не задумываешься, надо, сказал, делают, вот как бы в роли. А потом на душе тяжело после выступления. Как же, не обиделись на меня ребята, так кричал на них сильно. Но все нормально, все коллектив дружный, вот, уже легко. Уже все нормально. Да, уже все хорошо. Можно наорать, а потом сказать, я не хотел на тебя орать, я просто в роль переживал. Да, когда мы заходим за кулисы, я такой, все нормально, да, все хорошо. После спектакля смотрим, о, уже кофе несет, все нормально. Все здорово. Подмазываю. Thank you.
разница между студенческим театром и профессиональным театром? Вопрос, который задают постоянно. Я хочу сказать, что аматоры, любители, да, аматоры, хотя мы знаем многие профессиональные истории украинского театра, аматоры потом стали профессиональной украинской театральной школой. Я благодарен каждому из ребят, которые приходят к нам в коллектив. И сейчас это 15-й театральный сезон. У нас будет посвящение в артисты. И ребята, которые приходят в коллектив, очень большая текучка, потому что есть основная жизненная какая-то позиция. Кто-то уезжает там в Киев учиться, потом заканчивает школу там или моменты. Но профессионалы, сложно сказать, что профессионализм, да, можно получить профессиональное актерское образование и играть штампованные роли, да, на сцене, а можно не иметь специального диплома, специального актерского образования и играть потрясающе, блестяще на сцене. Ну, Шекспир сказал, вся жизнь, театр, да, люди мы все не актеры, вот и здесь тоже получается очень интересная работа. Нельзя сравнивать, очень многие артисты, вот у нас ребята из театра «Стук» работают сейчас на сцене Русского академического драматического театра, Украинского академического драматического театра. Они реализовывали себя как актеры, профессиональные актеры. Ну, а есть ребята, которые закончили школу жизни театра «Стук» и работают в другом направлении, и тем не менее оно в жизни им очень сильно помогает. Ну, театр — это становится частью их души и жизни. Да. Ребята, спасибо огромное, что пришли сегодня. Спасибо вам огромное.